Пляжные крылья Советов готовятся к чемпионату России под руководством нового главного тренера из Бразилии. Первенство стартует 13 июня. За тренировкой наблюдал Владимир Маркин. Подготовка к предстоящему чемпионату России по пляжному футболу идет полным ходом. Крылья Советов проведут сезон под руководством нового наставника, бразильца Бруно Жермана. Он уже определил пути развития команды и готов следить за профессиональным ростом каждого игрока. Мы начали готовиться чуть позже остальных команд, к сожалению, вовремя не успели, но все равно будем добиваться успеха. Уже сейчас у нас есть определенный прогресс, у команды есть тактика, но я хочу посмотреть на индивидуальный уровень игры футболистов, какой вклад может внести отдельный игрок и как он будет взаимодействовать с партнерами по команде, перемещаться по полю и реализовывать моменты. Клуб уже представил окончательный список игроков, заявленных на чемпионат России. В составе крыльев три легионера, но основной упор делается на самарских футболистов. Пришел в пляжный футбол вот недавно, буквально 2 недели назад. Ребята позвали попробовать. Сначала было тяжеловато, потом также ребята помогли. Вошел, влился в коллектив, нормально попал в команду. Сейчас тренируемся. В принципе, мы на сегодня создали все условия для ребят, все. Тренер, тренировочный процесс, поле тренировочное, то есть условия проживания, гостиницы, питание, то есть все у нас есть на сегодняшний день, идет полномерный тренировочный процесс, все здорово, но вот попасть в суперфинал для нас будет большой удачей, я честно вам скажу, и посмотрим, как будет первый этап. Да, пляжный футбол – это мастерство, это все остальное, но есть фактор удачи. Когда он на твоей стороне, то все может получиться даже очень-очень хорошо. Чемпионат пройдет в 3 этапа. Первую игру «Крылья Советов» проведут 14 июня в Санкт-Петербурге с командой «Кристалл». Всего в соревнованиях участвует 9 команд из разных уголков страны. И только 6 лучших попадут в суперфинал. Владимир Маркин, Александр Дмитриев. Новости губернии.